Есть еще один баннер, только что видел. Как же все запущено. Где он? Вот он. Неужели? А, видимо, я тут надолго. Не ты один. Тебе нравится фарм? О. Давай сделаем шмотку из 10 шмоток. Все детали, которые по 1% дроп. Весело, не? Ну да. Не, ну вот этот ДПС, чтобы сделать, это еще хуже. Рыбалить. О, нет. Я хочу жить. У нас повязки на глаза нет еще одной? Пока бегал туда-сюда, уже почти платину насобирал. Что у нас тут? А, это мой. А, ни одного, реально? Прям все так плохо. Ты хоть когда-нибудь пользовался этими штуками, как они там называются? Дао? Типа она из черных и светлых кристаллов делается. Вообще вот этими лунами, красными, синими. Не знаю. Хоть когда-нибудь. Они есть в игре, но ими никто никогда не пользуется вообще. Зачем они нужны? Почему нельзя было их как-то улучшить, что ли? Разработчик. Чтобы люди начали ими пользоваться хотя бы. Они абсолютно useless. Разве что для... просто для разнообразия. Как белое оружие в бурде, да? В конце игры. Который валится с каждого босса. Разнообразие. Зато они пишут, что у них там миллион. Да. Плевать, что она жрает нахрен дроп остальных. Комбо. Подошла медуза и мега сундук. Вау, ты просрал мега сундук. Там было что-нибудь полезное, наверное. Медуза из откуда-то выскочила. Я почти завалил тот сундук и... Сейчас. Вау, они что они все какие-то быстрые встали. Привет. Что вы ускорились все, ребята? Происходит? О, они все ускорились 10 раз ночью.
Что случилось? Один мегафон есть. Нужен еще один. Просто кто-то всрал. Первый наш. Куда его дел вообще? Он исчез, реально. Всем виновата игра. Нет, это серьезно, я не знаю, куда он делся, реально. У меня был в руке и все. Есть или нет, мне. Вдруг что-то произошло, надо будет запись смотреть, наверное. Куда я его засунул? Зато мне выпал мегафон. О, отлично. Ты дома? Нет, я. Ты посыл повязка есть или нет? Таблетки вообще не мегафон. А таблетки? А мне мегафоны падают. А вот еще одна повязка, шикарная. Куда здесь гладиаторский сет выпал? Как толку от него? Он хорош, что ли? Не знаю. Два защита. Два защита. Видимо, очень хорош. Очень хорош. Пять минут. Любитель. Одна платина уже. У нас еще есть где-то 35 пчел. Если ты почувствуешь, что тебе стало скучно. Точнее, почувствую, у меня мало денег. Да. Ну, жаль, скучно. Тут будет нечем заняться. Темные кристаллы так валятся всякие. 50 минут. 200 герплингов. Рулик назад ходит. Назад вперед. Рулик такой неопределенный сейчас. Выпади мегафон. Не хочу тут всю ночь сидеть. Фармить мегафоны. Нам поле что нужно еще? У меня два есть. Значит, в смысле, да. Оставляй, лучше оставь, оставь. На всякий случай, мало ли, вдруг захотим сделать еще один такой этот чарм. Из 10 шмоток. Я и не захочу. Я быстрее буду перекрафчивать этот. Туда-сюда. А, это на хлама. Металл где-то. Не хватает переносного торговца. Торгаша. Покупателя барыги.
Вау, БМ. Мне все что угодно выпадало, но только не таблетки эти, не витамины. Мне хотя бы выпало большинство. Всякие мегафоны и прочая фигня. Так, подожди, у нас есть еще один мегафон такие? Ну я только что выбил. Я выложил его. Тогда что я тут сижу фармлю? Нужно связывать с этим делом. Время объединять. Что это могу объединить? Мегафон и Назар. Еще один мегафон и Назар. Где ты выложил его? В нижнем, смотри. Окей, осторожно, подходим. И... Назар? Тут медуза за медузу залезла. Странно, я вроде бы доставал уже один Назара. Куда он делся? Опять ты что потерял? Нет, до меня похоже дошло, куда исчез мегафон. Видимо, я скрафтил шмотку и она исчезла? Ты куда-то выложил ее? Нет. Сейчас еще раз пройдусь. Чем больше ты знаешь. Ничего нет, да. Она реально исчезла. Куда-то. Мегафон, я так и не могу понять, куда он исчез. Небось, где-то у тебя в ящике лежит? Нема! Ты без скрин моего ящика или что? Ящики ящика. Так, окей. Полиш для чего нужен? Что с полишем складывай? Так, это ближе. А, витамины. Витамин у нас нет. Я иду к тебе тогда. Развлекаться с тобой. Пот на ТП, где наши поты? Зачем тебе? Ты что, не можешь бежать, туда всего лишь упасть? Нее. Лучше всирать их. А потом говорить в конце игры. О, вот бы сейчас были эти 18 потов. Были времена. Вот это Просидон. А ну-ка, сейчас будет эксперимент. Сейчас я спущусь. Тут такой дроп. Кадров у меня. Вот это да, вот это Просидон, ты видел это? Даже освещение мигает. И теперь еще раз спускаемся. И проверим, будет ли вещевать Просидон. Просидон опять. Это супер интересно. Что там у тебя происходит? Я не понимаю, из-за чего это, из-за стима или что это? Из-за мультиплеера? Из-за этой самой игры. Игру дико плющит просто.
А у меня даже нету места для душонки. Реально. Когда мне уже сделать радио 2? Или что-нибудь Other World? Что будет получше оптимизировано, чем это? Да вроде, пожалуйста. У тебя. У инвидиевских фанбоев нет жалоб. Душонка жалкая. Тебе вообще призраки попадаются тут? Да, они попадают. Ты не спускаешься вообще? Хоть раз в жизни? Вообще-то спускай. Ты пришел за золотом. Я что-то слышу, мимик? А, всего лишь маленький мимик. Черночка. Зато никогда больше не понадобится души тьмы ночью. Миллион просто. Ну не миллион, 200 всего лишь. Всего, если посчитать мои и твои. А у меня хлама. Надо выложить что-нибудь. Типа... А нечего выложить, блин. А. Сам собираю там весь хлам внизу. О, вот и там их. Тонны. Сам пошел и собрал. Ну так, мне нужна голда. Ты мою голду собираешь. Она общая, не твоя. Так что отвянь. Ты мешаешь спавну там в туалете. Они теперь не идут. Паша, я занят тут. Тут карта, я тебе подбери ее, да. Я хочу эти две голды с нее. Мне даже в сундук нечего сложить уже. Интересно, почему копья? Ты душу вообще собираешь? Что собираю? Я вижу, да, они вечно стоят тут, тут никто их не трогает. Не пропадут. Фас на него. Ау. Она сейчас нас двоих сделает. Рикошетишь что? Ну это по себе рикошет, чё? Может по всем. Опасный мог подойдет. Который еще не успел вылететь, а уже атакует. А эти большие, типа как какие-то медузы, да. Или медузы, да, не кракены летающие. Еще не успели вылететь, а уже атакует. Еще по 180. Да, они опасные. Что самое бесит меня, это... Я забыл, что хотел сказать, мне бесит. То, что витамины не падают. Да, вот именно. Падает всякий хлам. Вместо этого. Типа, это уже третья там, карта. Там, небось, на тот хлам тоже по 1%. Шанс. Ну, 1%, да. Все на 2% для нас.
У меня уже место закончилось, только спустился. Ты не спускайся туда. Как тогда жить? Откуда мне брать новые финансы? Зарабатывайте свои. Так вот и зарабатываю. Ты зарабатываешь на моих, держи. Каких? Твоих. Я там спустился, всех мобов забил. Точнее, ты все залутил, пёс, да. Они без тебя хорошо полетают там. Вот ты там шляешься туда-сюда, и мобы не лезут. Я тоже собираю, вон там лезет все. Вон, смотри, даже один этот. Из халова. Ну, значит, сам лучше все выбивай, я пошел в другим делом. Можешь идти делать ферму кристаллов? Нам нужны кристаллы. Тебе не нужны. Это там. О. Фига себе. Ага. Портирующиеся мобы. У нас две банки витаминов. Зачем еще? Ну еще нужно. Зачем? Чтоб мало не было. Мне тоже казалось, мы собирали витамины до этого. Где витамины эти? Можно, конечно, сложить все в один сундук или несколько рядом. Чтобы не приходилось бегать до пол туда, сюда, там шмотки, там, сям. Еще где-нибудь шмотки. Валяются. Где эти витамины же? Внизу они лежали. Другом. И мегафон тут лежит, ну конечно. Сложил и забыл. Нахрен. Наш менеджмент инвентаря просто сосет. У нас нет витаминов. Ты сам даже не знаю, что у нас есть. Причем сам это и складывал, главное. Самое забавное. Витамины этого не трогал. Так и я их не трогал, я вообще не знал, где они лежат. Это, короче, да. Как всегда. Давай сюда свой щит. Щит последней модели? Да. Последний.
Это всего лишь заняло 1:20. Одного ничего шморка. Что из кристаллов делается? Я помню, да, уделалось. Да, ну только давай, дробаш еще, оникс. Что мне не желание делать дробаши? Хотя пробовать хочется. А, сделаю. У нас все есть для этого. И дробаш где-то мой валялся, где-то он тоже. Осталось только найти его. Чем дальше занимаемся? Куда все мои дрова положились? Я не знаю, где твои все дрова положились. Ты, небось, положил эту палку в сундук? Все было. Нет, я не клал в сундук палку. Это как раз твоя работа. Ты вечно кладешь все одну жележку. Все палки со мной. В левый сундук. Все палки со мной. Да, и потом начинается. Два поклана желе в сундуках. Зачем этот дробаш делается? На воде. Слушай, заткнись. Метриловая наковальня, ну и... Как бы вот она, нет? Подожди, метриловая? Я... Подожди, что? Митрил? У нас нет митрила. Прости, игра. Секунду, еще раз. У нас Рихалк. Нет? Подожди, у нас есть митрил? И тебя что, специалист? Правда? Подождите. Это реально? Серьезно сейчас, Вера? Это такая версия 1.3.4.4. Чтобы сделать дробаш, же метриловая наковальня. Какая другая? Да, из другого мира. Ха? Подожди. Ну, орехалковая наковальня. Фак эту игру. Убейся в стену, реально. Жалко, копии не продаются. А ты там собрал уже себе 999 копий? 700. Да ладно тебе. А две эмблемы, главное, нельзя брать. Чем ты можешь быть занят? Нет. Получит мумик в ОБС, но не в этом. Сейчас. Ролика никто не блочит. Ролика никто не блочит. Почему скайпа нету хаткея, чтобы микрофон отключать? Тебе нужно? Да, иногда приходится, когда всякие идут. Родственники хотят что-то от меня.
Что, мы просто кого-нибудь валим? Я хочу новую эмблему. Вообще, может быть, пуцы пора улучшить. То я же вообще ничего не улучшаю. Хотя уже нибудь последние? Шлем доделать там есть. Не хватает шлема. Есть ботинки и нагрудник. А шлема нету. Сделай себе шлем. В смысле, я не понял. Ну, на последнюю броню титановую. Нет, не титановую, будто. Спустоты. Мне нужно зеленое колечко. Я помню, приносил такие парочку. Да, вот она. Что дают бутсы эти? Капец. А ну, у тебя такие чертовские бутсы, можешь по лаве ходить, ему над лаву еще, по воде ходить можешь в то же время. И у меня ничего не дает, только просто быстро бежать. Обычные ботинки. И летать? Я надел двое ботинок. Одни летают, а другие по лаве бегают. Я все равно их потом сниму, когда что-то другое придется одеть. Это все равно несправедливо. Говорил, там шлем какой-то? Что за шлем? Ну, из... Это... Шлем остался. Из последнего сета. А, из титаниума? А ты мне предлагаешь выформить руду? Нет, не титаниум. А, халлоуд. И... Где он? Да, вон в конце. Потом в сундуке. Предпоследнем. Только шлем тебе осталось сделать. Шлем? Думаю, титаниум, но я буду выкидывать, да? В смысле выкидывать? В прямом смысле, зачем она нужна? Руда? А, броня? Броня, да. Ну да, один комплект не хватит. О, это тоже опять дает 25%. Не тратить патрон, интересно. Ой, это игра. Я до сих пор не верю, что нужна метриловая наковальня. Вы, наверное, шутите сейчас. Игра мне предлагает создать новую карту, убить стену, поломать наковальню, пойти набрать метрила. Они что, шутят? И при этом шанс того, что он не заспавнится опять на локации. Это вообще нормально? Нормально. А ну-на, попробуй ты. Можешь не мерещиться опять? На тебе дробаш. Попробуй из него что сделать. Гиду с у него. Я тебе не могу скинуть его? Не понял. Крафт? Гид ничего не... Нельзя гиду засунуть его. У меня не суется гиду. Туда засунь это. А, это обычный дробаш. Шотган, а у тебя? У тебя же другое. Это на то, что продается? Это он второй, такой? Я его тоже покупал, да, это не тот. На, выбирай свои гиды. Осталось его опять найти. Ты что вижу? Трубаш. Ну-ка, еще раз. Ну вот он делается, что мне игра рассказывает. Хватит сюда бегать.
Кто? Вот. Что-то дробашь? Вау, это выглядит опасно. А урон какой? 10 на 20? 38. Урон дробаша. А, вот это выглядит опасно вообще. На масолочке похоже. Он стреляет и проджектайлом, и еще и пулями. Каким-то этим. Ха. Интересно, пробуем. Какого-то нечестного зомби найти. Не, зомби это мало для босса. На боссе я пробую. Мы скелеты валим вообще или как? Подожди, я с сумками разбираюсь. Неплохая у тебя УЗИ. Как у меня. Я думал, у меня не зачарованная. Но нет. Я еще свои с первой попытки сделал. У меня голова крутится. От этой игры уже. Шарики за ролики. Мешочек. Убирает халу. Что я хотел вообще сделать? Так. Окей, вот, я хотел спасти двойной прыжок. Что ему сделать с ним? Вообще, сейчас мне не нравится это. Двойной прыжок. Он только мешает, по-моему. Все равно там потом... Не забыл, что там еще крылья есть у нас. Которые никто ничего не выбил. Зачем они нужны? Крылья? Я полностью забыл о них. Как будто их и не было в игре. Там запродавать, наверное, можно уже. Уже день настал, пока там возишься. На что-то на ренжовый дэмэдж есть? Какие-нибудь шмотки? В смысле, какие-то шмотки? Ну что быть на ренжовые? Кроме эмблемы есть что-то в игре, что добавляет урон на рейнджу? Не знаю. Снайперский прицел зум делает тупой. Который, не знаю. Фиг им будешь пользоваться. А ты решил все аксессуары переложить? Разложить все. Что можно такое выбрать вместо этого щита? Вместо прыжка.
Это не аксессуар, это оружие. Где? Магический нож. Ну, ты положил аксессуары, магический нож. В синий сундук. Сорок урона. Блин, надеюсь, что какой оранжевик обилд вообще в конце игры? Серьезно, у оранжевика что, весь билд это все шмотки на крит, зачарованные эмблемы и все? И конец? Две эмблемы, одна на дэмэдж, одна на рейнджовый дэмэдж. Бутсы, этот щит. И все? Ладно. Так это несправедливо. А, вот. Я же говорил, мы находили уже. Кого именно? Сейчас будет. Сейчас заценим. Там дерево. Тут молоток то сверху, то снизу, вот почему. Уги, да. Таргет даме. Хай. А что за хай? Куда его брать? Хай. Нет, не сделаю мой таргет даме. Нет, облачко достало уже. Под тобой тоже. Я не вижу этот хай. ДПС. Блин, да что ж начинает-то на меня? Как-то все совсем плохо. Нечего натянуть? Да. Натягивай. У меня всего одна эмблема на 15% RNG и все. Регенерация. ХП, посмотрим, что из этого можно сделать. Вот КД на хилке. Вот это полезная жмотка, да? Уменьшает. 15 секунд. Мне это устраивает. Надо сделать. Или у нас уже такая есть? Это... КД на хилке уменьшает.
Не знаю, вроде нет. Сейчас будет, значит. Сделай себе тоже. Но если у тебя есть свободные слоты. Ну мне там лишняя шмотка с Ктулху больше не нужна, наверное. А сколько это режет? 15 Сделаем. Секунд? 15 Сделаем. Секунд. Сделай мне. Тебе. Так, нужно колечко на регенерацию и. Господи, я надеюсь, у нас есть эта шмотка. Еще одна. Что я ее не вижу. У нас нет еще одной. Какой? А я не успел. Философский камень? Или какой-то? Я не помню, в сундуке, по-моему, падает. Из сундука? Да. У нас, причем, только один. Подбить сундук. У нас сколько душ? У нас целая куча душ, блин. Нет, нет, из обычного сундука. А ты что, еще повыкидывай там? Небось. Я ничего не выкидывал, кстати. Эти штучки. Ну, я не вижу еще один. Философский камень? Ну, вот сейчас. Нет. Я и задницу себе достал, допустим. Название его, сейчас я точно скажу. А нет, да, таки я угадал. Мы можем сейчас наступить ночь, побить еще бота. Так где он падает? Ты узнал? Философский? Да. Подражатель. А это у нас... Это мимик. Маленький. Вы столько убивали их? 15%. Один камень точно падал. Один и есть, я сделал, да. Как еще ни одного не выпало? Пошли еще вниз туда, там где мы фармили эти души. Там мимики были. Или в ад. В ад пойдем. Мы в аду не были, во. О, теперь никаких проседонов. А, что есть? Да, абсолютно есть. Игра пытается. Как ты меня обгоняешь? Mm? Объясни мне, как ты меня обгоняешь? Потому что у меня нет проседонов. Проблема на соточку против. Ударил тут. В какую сторону пойдем? Надо было, может, свечку взять? А, нет, они вспомнятся. Не знаю, нет. Ты еще это щит носишь из Ктулху? Да, мне ничего пока взамен положить. Вообще нужно в джунглях искать всякие колечки там. Кольца. Что за скрафт? А ну-ка сейчас. Материал, я к ним следил. А, коньки, у меня нет коньков. Ха-ха-ха. Мы коньки не находили, конечно же, да? Нет. Там никто и не выбивал их. А, толку от них все равно нет. Слушай, ты по льду можешь ходить. Useless. По сравнению с лавой? Капец, как можно делать такие несбалансированные бутсы? И в то же время делать обычные бутсы. Сейчас, что-то хотим. О-о.
Из него выпала голда, надо собрать. Понятно, кто его тут принял. Ох, хороший урон. Я, похоже, выжил. Да, ты выжил. Меня, к счастью, там не было. Или к несчастью. Так что там говоришь? Что? В джунгли? Нам в джунгли, да, мы там много чего не увидели. Может, сходим после того, как мы забьем босса всех механических? Ну, сейчас уже вечереет. Это ты уже использовал? Нет? Кого? Кого использовал? DPS Meter. У нас нету, чтобы дамми сделать, нужен какой-то хай. Хай файв. У меня нету хая. А, реально? Осложнение. А, это клиент. Ой, нашел что-то. Тебе понравится, наверное. Ты тут? Да. Ща. Я как раз думал и выбить тебе это. Если не изменит память. Подобрал? Да. А где следки пустоты? Какие следки? Прости. Я не в русской вики, наверное. Скажи мне обычное название их, не? Ну, хеллоу. А, у меня не на. Ты даже место не будешь? На место? Так там ничего не было, нет? В смысле? Я имею в виду, на место ты не положил их. Так ты говорил мне раньше, что не хватало. Ну, ты же себе сделал шлем? Ну, вот это были мои слитки. У меня в инвентаре лежали, которые я не выкладывал.
А что они пропали из сундука? В сундуке же оставались еще. Сколько? 12 штук. 11. Ну, тебе там 50. А что за белый? Вот это аниман бежит. А урон какой? А как там была фигня, когда автобутылки идет? О, давай не будешь об этом спрашивать, я не помню. Что я творю? Мне нужен магазин, нафиг. Господи Иисусе. Я плохо в этой игре. Я помню, вроде там какая-то шмотка была, типа... Нужна бутылка маны? На 200? Сунь гиду, посмотри, что из нее делается. Бутылка маны еще что-то. Бутылка маны на 200 делается, а бутылка маны на 300. А на 150? Там... Или на 100? У нас нет таких бутылок. Я даже помню, там участвовала бутылка маны для этого. Она как аллилуйя выглядела, да? Аллилуйя. Из червячков. Да. Каких червячков? Ну, помнишь, игра червячки? А, ты поэтому... Аллилуйя. Вот взрыв. Мы же кого-то валим вообще, давай. А, нужен цветок маны. Точнее. А я находил, там были, точно. Вроде бы нет. А, дар природы нужен, больше. Потому что у нас совокупщик был где-то. Да. У нас... Давай валить босса, нет? Ну, подожди, я собрался крафтить где-то дар... Аллилуйя эту. Зелья маны на сколько? На 100. А, мне до сих пор не верится, что в этой игре нет оранжевика никаких эскейпов. Если сравнить с милишником, милишник вообще неубиваемый. Оранжевик как-то ни о чем получается. Мах супер упышный. Особенно с призмой в конце игры. Ты бутылки все выложил? Все бутылки потратил? Какие? Вообще. Нет, не у меня. Опять же, ты хоть выкладываешься назад? Когда надо, да. Ты их еще маной ой, водой заполнил. Они были заполнены. Но пустых бутылок не было. Так что нефиг наезжать на меня. У нас песок заканчивается. Знаете. Я даже не знаю, что он. Это дает 6 защиты. Но я видел, у нас была шмотка другая, более веселенькая. Если ты ее никуда не слил. Fire damage на атаке. Это работает и для ренджа или нет? Не понял, как делается бутылка маны?